феврале 59-го группа туристов-лыжников перестала выходить на связь. Все участники были найдены мертвыми. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти. Никто не знает, что произошло на самом деле. Никто. Кроме меня. Почему ты свернул с маршрута? Я знал, что они все умрут. Манси, ту гору называют гора мертвецов. Теперь вы подписали. А вы кто? Тогда общаться мы будем в режиме монолога. Меня не существует. А чего вы так боитесь? Что это вообще такое? Вы как думаете, что с ними случилось? Я не понимаю. Как будто рядом что-то было.